решили остановиться в аптеке. Горели все. У Джуны тоже спина обгорела. Банечка. Ой, как хорошо снова здесь. Фух. Ямиби. Так, что тут у нас с ногтями? Есть что-нибудь приличное для мамы? Так, сейчас что-нибудь себе возьму, ребят. Может быть, вот эти розовенькие. А что, это они закрыты, что ли? Так не взять? Ну да. Слушайте, представляете? Просто так не возьмем. Пошла она, ребят, за ключами. Ну вот вам отличительная особенность Флориды. Все под замком. Интересно мне. Ну да. Так, коробочку. Будет. This is the smalls that they have, $25. Now we're gonna have three. Oh, nice bus. Ребят. В общем, выбрала себе вот такую вот, написано, после ожога. Так что посмотрим, как работает на моих плечах. Ну, у Дэвида тоже есть ожог. Ничего не хочет, вот только Макдоналдс. Так как мы не голодные с Джоном, поэтому решили, ну, давайте Макдоналдс. Для Дэвида. Обычно drive-through. What do you want, 45 piece? 46 is good. Салаты так и не появились в Макдональдсе. Can I get a six-piece kids meal? Six-piece chicken nugget? Okay. Any sauce for nugget? I'm sorry, what? Any sauce for nugget? Well, he's going to get apple slices and apple juice. Okay, but any sauce? No sauces. No, no, thank you. No, thank you. Apple juice? Any sauce? That's it. $5.69. Что там нам Женька делает? Играет с автобусом. Do you like this bus? Oh, van. It's a van, right? Van. Mm-hmm. See, the trunk opens. Oh, cool. Багажник открывается. And the door. Your suitcase. Yeah, sure, that's right. Yes. Check everything. Chicken nuggets, yep. Отлично. You want to hold it? Yeah. Well, you're not going to have ketchup until we go to the... Oh, I didn't ask for ketchup. We don't have any ketchup. Ехали обратно в отель на паркинг. Он собирается тащить воду прямо отсюда. Я говорю, ну дотащишь, тащи. Также, ребят, забыли кетчуп в Макдоналдсе. Но не знаю, что будем делать. В общем, пойдем спрашивать к бассейну. Может быть, там в магазине есть кетчуп. Ну, Джончик, как всегда, у нас, видите, раскричался, разорался, забыл кетчуп. Took everything. Вот в магазинчик и посмотрим, есть ли там кетчуп. Ranch. Горчица и майонез. Блин, а кетчупа нет, представляете? Так. Что у нас здесь со соусом? Caesar соус. Короче, нет кетчупа. Seven. Дэвид за старшего. Любитель открывать дверь. Ну-ка.
They didn't clean. Oh my god. It's not cleaning. Ничего не убрали, представляете? Yes, yeah. Вообще странно, что это не убрали. This is bad. Very bad. В общем, дитю захотела плавать. Идем в бассейн. Вот так. Собрались. I'm waiting for you guys. Where is your flip-flops? I don't know. You don't know? It's gone. Как раз ждут убирать наш номер. Ну, отлично. Okay, let's go. Oh, we don't need water? Maybe take a drink, just in case one bottle. Шлепки. Ты шлепки. Шлепки. Гаденок. Голодный. Жалуется. Я не голодная. ЛЛ. Так, ЛЛ. Это самый нижний этаж, где находится бассейн. Берете полотенце. Все. Кстати, везде, ребят, все открывается с ключа. Ага. Окей. Сори. Народа меньше. Так что идем. Расставляю здесь вещи, пасеки. Дэвид у нас плавает, молодец. Здесь, кстати, соленая вода. Сзади у нас как белый медведь. Смотрите. Yeah, good job! Да, сегодня хорошо, ребят. Народу не так уж и много. Мы забираем, плаваем. Учим Дэвида плавать. Какие-то водопады шикарные, как видео. Вот такой должен быть дождь во Флориде, девочки, мальчики. Вот именно такой. Тропический. Ой, плавали, аж замерзли. И Дэвид познакомился с мальчиком. What? Okay, I take a picture too. Хотят сфотографироваться вместе. Мальчику 7 лет, а Дэвиду 6. Представляете, он тоже закончил первый класс, как и Дэвид. Кстати, живут здесь, в Сарасоте. Я когда их увидела, я говорю, они точно не из Флориды, такие белые, как и мы. А они оказались из Флориды. Yeah. Ну вот, еще раз вам вид на бассейн. Классно здесь, ребят. Освежает, охлаждает. Что, спрашивают, что она хочешь есть? Говорит, нет, пока не хочу. I know. Не можем вытащить Дэвида из бассейна. Зовет Джона. Джон говорит, все, ну а что, мы уже 2 часа здесь плещемся, ребят. Уже пора. Тем более у нас другие планы.